В выходные дни устюжане обнаружили, что посередине главной улицы города появилась своеобразная разделительная полоса из грязного снега. Образовалась она из толщи зимних осадков, убранных с газонов и тротуаров. Вот только аккуратно расположив снег на проезжей части, коммунальщики свои работы приостановили. К утру понедельника снежный вал никуда не делся. Я думал, что сегодня я проеду, и его не будет, этого разделительной полосы, это ноу-хау. Коллеги, Советский проспект, он должен быть вычищен. И газоны, и тротуары, и дорога – это лицо нашего города. Мы живем в этом городе. Не смогли коммунальщики закончить начатое и в понедельник. Снегоуборочные работы продолжились утром вторника. К полудню 2 апреля на Советском проспекте на участке от площади Ленина до городского парка снег был убран полностью. А вот на отрезке от пересечения с улицы Красной до площади Ленина качество уборки оказалось не идеальным.